Посвящается тебе небольшое шоу, и захочу заключить с тобой пари с твоего разрешения. Какой еще пари? Пару ри, пару рам, бля. Че твой? Смотри, че, бля, сейчас это упадет еще. Я тебя не слышу, поэтому сейчас полностью отдаю шоу. Я тебя не слышу сейчас. Может, ну, то есть, если ты мне что-то говоришь, я Лох! не слышу, что ты здесь. Чё-то мне страшно, ребят, я переживаю. Не, подожди, это не то. Вот это. Скромняга пан отдыхал отец с Геральтом из Риви, он песню эту пел. А чел, ты реально ведьмак? Не понял, какой фрик еще? Убери меня из этого списка. Сзади подползли, хоть это стыд и срам, сломали мне лютню, дали по зубам, целился тот черт мне рогом прямо в глаз, и тут ведьма крикнул: вот твой смертный час. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Нихуя! Ебать, чел удаёт, конечно. Он ход на край земли отправиться готов, сразить всех чудовищ, убить всех врагов. Он эльфов всех прогнал за дальний перевал, в высокие горы, на вечный Да, да, второй сезон, ребят. Тизер. Как ему удается в такой маленькой комнате еще на этом, как она называется-то, эта штука, разворачиваться там где-то и не врезаться куда-то? Гироскутер. Эу! Блин, слушай, серьезно, это сам настоящий ведьмак. Посмотри, что творит. Жесть. Годы упорных тренировок. О, прям как у меня такая же бицуха мощная. Туюта. Ася Дарк, спасибо. Тихуя скачет. Ебой. Сейчас потолок пробьет башкой. Эй-эй-эй-эй! Так, а теперь сажусь. Давай, давай. Так. Все. Все. Сейчас. Буквально. Сейчас ведьмак умрет, блин. Сейчас я хочу, во-первых, сказать большое спасибо тебе, дорогой Хесус, за мотивацию. Вам, дорогие зрители Хесуса, зрители мои, за мотивацию. Вы самые лучшие. И сейчас я буквально
5 секунд расскажу, кто я, что я, зачем я и почему я вообще здесь нахожусь, быстро. И говорю. Говори. Говорю пари на следующую неделю с Хесусом. Если он соглашается, вот эти баночки, вот эти бицепсы и вот эти стрицепсы покажут класс. Ну и, собственно, прекрасно, нас Хесус тоже покажет. Хесус! Приступим. А я чё, я не буду показывать, ты чё? Так. Сейчас, подожди, вот это выключу. Добрый вечер, меня зовут Иван, мне 26 лет, я вешу 47 килограмм и работаю курьером в Яндекс.Еде уже 2,5 года. Ничего себе. Спросите меня, почему же я работаю в Яндекс.Еде? Потому что гибкий график, я люблю путешествовать и брать большие отпуска. Сейчас, работая в Яндексе, я зарабатываю на свою будущую мечту, цель, которая уже 6 лет у меня в голове, дом на колесах, из которого я сделаю стрим-машину и буду проводить тревел-стримы и путешествовать по всему миру. Также, на данном этапе своей жизни я нахожусь на 35-м. Я почему быстро говорю, я боюсь, что чтобы Хесус меня услышал, я просто волнуюсь. Не обессудьте за тараторство. Я нахожусь на 35-м дне моего стриминг-челленджа мотивационного, когда я буду каждый день стримить на протяжении года, чтобы доказать себе, будучи никем в интернете, обычным пацаном с улицы, доказать себе, замотивировать себя и зрителей, показать, что можно стать кем-то в интернете, если этого очень захотите, идти к этому. Поэтому я сейчас перед вами нахожусь. Я стримлю с работы, у меня специальное скрепление. Стримлю с работы, стримлю дома, создаю шоу, чтобы вам, дорогие зрители, было интересно. Чтобы вы, приходя сюда, к нам на площадку, к вот этим прекрасным людям замечательным, к иконам, к идолам стриминга, к вот эти все мои коллеги по цеху, вы приходите получать удовольствие. Мы даем вам удовольствие, потому что это наше хобби. Мы получаем заряд энергии от вас. Забаньте его у меня в чате тоже, вот этого. Осуждаю. Пермачом. Я очень замотивирован. Я купил себе специально с Алиэкспресса. С Алиэкспресса специально себе купил... Блин, как этот чат выключить-то? Хесус, спрячь чат, пожалуйста, чтобы тебе тоже ничего не осуждаю. Я только за добро и за батитив. Я сейчас специально себе купил онлайн-мотиватора и, собственно, занимался боксом. Маленький бустер с Алиэкспресса и боксер. Так не того бьешь, блядь. Вон челик ниже. Я максимально замотивирован. Да блин, как выключить чат? Чат выключу. Чат надо выключить срочно. Сейчас я чат выключу. Не, молодец на самом деле, ну реально. А я что должен сделать? Сейчас я чат выключаю. Я что? Чат только. Я уже всего добился. Один день. Все, я чат выключил. Чата не будет. Чата не будет. Это специально сделано для защиты нас, как стримеров. Продолжаем. Осталось чуть-чуть. Простите, что... так. Вот, я замотивирован. Обязательно сейчас покажу, как правильно дышать. Вы думаете, это просто так, что ли? Нужно правильно горловое дыхание, когда вы совершаете приемы. Правильно дышать. Пожалуйста, зрители Хесуса, мои зрители, пристаньте, если не сложно. Пристаньте. Повторите за мной. Слушайте мое горловое дыхание. Он тебе правую в рот засунул. Правильно дышать, это очень важно. Если вы правильно дышите, то у вас все получится, как у меня. Поэтому у меня столько сил, энергии и мотивации. Хоть я вешу 47 килограмм, во мне сила бьет. Бля, она 3 килограмма меньше меня весит. Я впервые встречаю такого человека. Также я занимаюсь на беговой дорожке, так как я все-таки... Спортсмен, у меня подкачанные ноги, мускулистые. Смотрите, как. Все на мышцах. Уф. Молодец. Только тебе бегать-то не надо, а силовые нагрузки. Бегать-то зачем? И так это... Я побежал. Вот. Кроме этого, я занимаюсь на турнике. Как я все-таки мужчина. А если бы я торгую с турника, то не обессудь, у меня слабые кисти.
Я тоже так умею. Хорошо, на ноги приземлился, все хорошо. Так как я уже вспотел, это конец презентации. Обязательно нужно немножко расслабиться. Я люблю плавание, заниматься плаванием. И, собственно, у меня есть специальный бассейн. Сейчас мы немножко займемся плаванием, и я уже подведу конец. Итак, для вас мой любимый бассейн. Давай. Ни хрена, сейчас утонет, блин. А плавать-то умеет? А, да. Слушайте, даже не намок. Да, по-моему, не попал в бассейн, кстати. Надо ему сказать, ты это, мимо. Ты где плаваешь-то? Блядь. Мимо бассейна. О, все, я мокренький. Ты вышел сухим из воды. Благодарю вас, дорогие зрители, что вы послушали презентацию, дорогой Хесус. Спасибо за твое внимание. И теперь самое главное, я включаю, чтобы тебя слышать. Тебе надо воду отключить. Поправляю наушнички. Выключаю воду. А то-то потекло что-то. Так, включаю тебя, чтобы слышать. Выключаю себя на стриме, чтобы никто не слышал. Поехали. Здорово. Есть? Блин, а я сам себя слышу, да? Ой. Как эти сам себя не слышать? А, ну ладно, не важно. Привет, Хесус. Да, привет. Раз. Это было круто. Мой мотивационный челлендж. Челлендж для тебя. Пари для тебя. Чтобы замотивировать себя, ну и, собственно, тебя тоже. Спасибо большое, дорогой, спасибо. Так, я слушаю. Всю следующую неделю я буду работать курьером. Все деньги, которые я заработаю, отложу, приду к тебе на стрим и раздам подписки платные, подарю на все эти деньги. А взамен этого ты подпишешься на меня ровно на мой год, ровно на год моего... вот. Ты подпишешься на год и будешь за мной следить, что у меня происходит за год. Мой мотивационный челлендж. Угу. Такой пари. Угу. Ой, бля! Нихуя себе, баблик, спасибо за 20 подписок. А, да вообще без проблем, чё. Но не обязательно мне дарить подписки и донатить. Лучше на мечту собирай. Да? Я считаю. Супер. Смотри. В смысле? Подожди, нет, это же пари. Давай придумай ты. Срочно придумай что-нибудь. Ты придумай, скажи. Что сделать? Что надо? Бля, не знаю. Бля. Чат, помогите. Думай. Да, что я-то? Я дебил, я не умею думать. Я... какой осу, блядь? Думай. Какой подвал? Подождите вы. Давай, чат, помогайте. Что можно еще? Пятую серию посмотреть. Да ну, какая причина тут пятая серия? А что надо? А что надо? Ну, вот я придумал пари для тебя. Я ж пари придумал. Ты придумай, ты отказался, чтобы я тебе дарил на все деньги. А, чтобы ты что-то сделал. Ты придумай. Так. Угу. Показать потом... Чего показать? Показать потом на доме... Так он, естественно, он покажет, если купит дом. Выступление от него креативное. Так. Бабки пусть заработает какое-то количество. Если он заработает их, то ты ему ту же сумму отсылай. Бля, вдруг он миллион заработает? Я вам шо, блядь? А вдруг он заработает столько, а скажет, заработал миллиард? Максимум 18 тысяч. Ой, ё-моё, ничего себе. А чё, давай так и сделаем.
Вот ты заработаешь там сколько, а потом, если вот сколько заработаешь, столько, это, столько я и задоначу. Реально. Это про следующую неделю, ты же понял? Ну да. 27 по 3 октября. Ну да. Ну да, все, да. Все, добро. Жмем руки, брат. Жмем руки. Давай, давай. Ну, красиво будет выглядеть. У нас тяни руки. Руку ко мне. У нас это руки снизу получается. По 47 килограмм каждая, давай. Куда тянуть-то? Вот, вот моя рука, да. Не, 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 так, не так, не так. Сюда жми. Да куда ты жмешь? А куда жать-то? Внизу. Давай внизу, сюда, да. Вот в эту сторону. Подожди. Ну сейчас, подожди, я не могу. Вот сюда, сейчас. Вот. Вот сюда жми. Смотри, хуя у тебя рука здоровая. У меня тупо, как у кухлы. Давай. О, бля, ебать. За палец дай возьму. А, бля, мне руку оторвало. Все, нет больше руки у меня. А сколько жать надо? А все, хватит. Или еще пожмем. Не-не-не, достаточно. Ты мне руку оторвал, у меня нет руки больше. Больше нечего жать. Не, есть, всё. Конечно, кое-что, но не надо, не на стриме. А сколько ты весишь? 49-50, где-то так. А какой у тебя рост? Да, согласен, на стриме не надо. Там после стрима если только. А, как я, 47. 179, 178-179. Блять, а у меня рост 186. Тогда получается один. Блять, ебаный рот. Тогда одинаково. Ну, если как бы учитывать рост. А и чё вес. Ты такой высокий? Бля, ну вот так вот, ну, да. Да. Не повезло. Ну как не повезло? В принципе, нормально. Ну да, два дрища, и шо, блядь, и шо нахуй. А не завидуйте. У тебя бицуха что же, как у меня, да? Ну, не, ну у меня, конечно, ну примерно, да. Спасибо. Ебать, нихуя себе там пузырек, блядь. Ну да, да, такой же, да, ебать. Так это вот же видел, да? Стрипсы, вот они, стрипсы мои. Ага. И бицепс. Жесть, опасно. Ух. О! Надо будет нам потом набирать вес, я считаю, каким-нибудь способом. И это будет наша мотивация. Я, подожди, следующий челлендж. Что? Подожди, я же... А мне надо идти. Приватный... Я же... Все, мне надо идти. Быдло, ты ебаная, подытожить. Бля. Легендарный рейд прилетел. Красивый танец приватный. У меня я одежду новую специально попросил у мамы. Ого. Ну давай, давай, так, тогда начинай. Красивую одежду, подожди. Давай, давай. Мы с ним как... Вот есть братики 94, а мы типа братики 47 или 49. Точно, 94, это наоборот 49. Бля. Точно. Заебись. Мы будем так же ходить, короче, типа... И не есть, просто не жрать. И снимать это на камеру, как мы не жрём. Ох, нихуя. Нормально. Я пока тебя замучу, ты меня дико извини, просто чтобы я был полностью сосредоточен. Специально для тебя. А, окей. Красивый приватный танец. Yes. А, Лорец? Песню выбрать. Спасибо за еще 5. Подарочных. Сейчас. А, не ну понимаю. Твою любимую песню. О, нет. Моргенштерн? А, ну твою любимую песню. О, нет. Да ты меня забыл вырубить. Моргенштерн? Ой. Ой. Ну бывает, бывает. Бля, я никогда бы не подумал, что под мой трек вот такие танцы будут исполнять. Ой, бля. Ну ладно. Я вас удивил и вернулся
Получается, у него в соседней комнате еще и мама, да? Сапку ему подарили. Спасибо большое. Что за трек? Это мой трек. Это гимн Нового года. Трек надо слушать каждый, под каждый Новый год. Приват. Конечно. За бесплатно, блядь. Слушай, реально удивил. Теперь делаю вот так. Подожди, не уходи. Я всё, пока смотри. Пока что. Включаю тебя. Ай, блядь. Пока, Хесус. А? До следующей недели. Всё, да.